стандартный показ. Вы сможете также увидеть, как наша профессиональная команда проекта «Новый стиль. Новая жизнь» работает в действии. А вот девушка в наушниках, она улыбается. Да, выходите к нам, выходите. Юля, давайте ей поаплодируем, она сегодня будет участвовать. Проведем на вас эксперимент, знаете, как на кролика. Но, я думаю, ничего страшного не будет, а будет только самое лучшее, самое красивое. Ребята, кто хочет поучаствовать? Нет, из Мельчаков. Вы знаете, они даже смотрятся вместе, вот если на них преображать. Как зовут? Слава. Слава, давно мечтал о преображении. Всю жизнь, друзья, давайте их поаплодируем. Они сейчас уходят в студию. Здесь будет преображать. Приоткроем завесу того, как это было. Сначала над ребятами работал наш замечательный хайр-стилист Оксана Бедович. Потом стилист Ольга Алсутьева, конечно же, неподражаемая, подобрала одежду из брендового магазина BGN. Обувь от магазина Витачи и аксессуары от магазина Стиль. Затем приступили к работе наши мастера-визажисты. И вот стильные и великолепные. Стали круче, чем были, друзья. Это настоящее волшебство. Волшебство красоты.